люди рассчитывали работать 5 лет спокойно, менять подвижной состав и улучшать, так сказать, качество и безопасность перевозки пассажиров. Но вот уже на протяжении, я думаю, полугода у нас напряженная обстановка, и люди не знают, как сложится ситуация дальше. Вы понимаете, просто сдают нервы. Люди приняли решение о том, что вот они хотят привлечь внимание таким образом. В принципе, я их поддерживаю. Поддерживаю по всем направлениям, так как ведут себя слуги народа, так называемые, в настоящей ситуации. Это не просто возмущает, а это, знаете, даже призывает к каким-то действиям. Почему? Потому что им наплевать на закон, им наплевать на людей. Вот у них сложилось свое мнение, и все.